Здравствуйте, дорогие зрители! Давайте совершим с вами небольшую фотопрогулку по новому бульвару вдоль улицы Аврора. Этот бульвар находится в границах улиц Марис Тереза и Аэродромная. Повторюсь, вдоль улицы Аврора. Не так давно на месте этого бульвара был рынок. Посмотрите, как было раньше, вы сможете, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Возможно, вы уже успели заметить по фотографиям большое количество лавочек для отдыха, которые были установлены. Красиво украшенная беседочка. В вечернее время очень много световой иллюминации. Для активных жителей микрорайона была оборудована спортивная площадка. Но, как вы уже заметили, к моему глубокому сожалению, спортивную площадку очень плохо очищают от снега. И не только спортивную площадку, некоторые лавочки также не очищают. Вот и подошла наша фотопрогулка к своему завершению. Но я обязательно сюда вернусь летом, чтобы показать вам, как выглядит бульвар-сквер в зелени. Всем мира и добра!